Cyber came out in the first period with a real heavy push and dominated the period. Our goal attender was excellent. The second period, we pushed back pretty hard. The third period was very even. Then we were fortunate to get the goal in overtime on a good break. Первый период здорово вышел соперник, доминировал нас, вратарь нам помог. Во втором периоде мы переломили инициативу. Третий период был довольно равный, в овертайме мы вырвали победу. Спасибо. Я думаю, мы сегодня провели хороший матч, намного лучше, чем две предыдущие игры в Магнитогорске. Играем с хорошей очень командой. Хорошо играет вратарь. Но не могли, в принципе, так взломать. Да, но повели в счете, вы знаете, но немножко не дотерпели. Вот это терпение, вот это то, что всегда говорим, нужно терпеть, нужно ждать там. Но немножко не повезло, но знаете, ну повезло, не повезло, это такое абстрактное слово, я считаю. Везет тому, кто везет. Но опять же говорю, мы готовы завтра играть. Будем очень сильно стараться и постараемся. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. Представляемся, не забываем. Юрий Демьянов, портал «Спорт.инфо». Дмитрий Вячеславович, как считаете, в третьем периоде было несколько стычек, спровоцированных Магнитогорском. Могли ли они повлиять на игру, именно позволить Магнитогорску перевернуть приход встречи, завладеть преимуществом? Я считаю, нормальная игра была, плей-оффная игра была. Сегодня то, что порадовало, ну, арбитры давали играть. Это нормально. Дмитрий Рокалович, Пятком. Дмитрий Вячеславович, понятно, что Сибирь проиграла, но можете ли вы быть довольны, как сыграла ваша команда против Звена Мазякина, которая делала игру в предыдущих встречах? Ну, мы проиграли, понимаете, удовлетворения такого нет. Что значит команда проиграла? Я не могу сказать, мы, значит, чуть-чуть мы не доработали. Чуть-чуть это, но опять же, призываем с этой командой, вот если посмотреть вот этот гол за 6 минут, он вроде как бы посмотришь, он с ничего, да, ну команда-то мастеровит, она вот этот шанс малюсенький, она использует. Вот здесь мы немножко не дотерпели, еще раз хочу сказать. И вопрос тренера гостей Мусуркину. То, что именно ваша команда сегодня обыграла Сибирь в дополнительное время, как-то сказывается то, что у вас уже было сыграно 4 матча с овертаймом, что был какой-то опыт накопленный, или это вот случайность сегодняшней шайбы Платона? I think the goal was a fortunate goal, it was a good bounce. So I don't think I had to experience it, just their goaltender made the stop and they come out of this trap and hit our player and went in. So that had nothing to do with experience. It was just the fact that you put the puck in the net and you get an opportunity. Ну, с опытом это ничего общего не имеет, когда она отскакивает и залетает туда. Это действие игрока, что он бросил его на ворота и туда побежал. Еще вопросы будут? Василий Спиридонов, «Ведомости». Дмитрий Вячеславович, вот такое обилие голевых моментов и такая низкая реализация. На ваш взгляд, что сильная оборона «Магнитки» и «Вратарь» или недостаток мастерства наших нападающих? Ничего не было, что? Спасибо. Мы играем против очень хорошей команды. Эта команда заняла первое место на Востоке. И нет вопросов, у них очень хорошие игроки. Так что тут мои игроки хорошие, но и Магнитогорск очень хороший. Вопрос тренеру гостей. Телеканал «Россия», Дмитрий Горячев. Насколько важно завершить серию в Новосибирске? I'm not disrespectful to make a comment about finishing series anywhere. We have to play and win another game. And that's all we're focusing on, out of respect for every opponent we
play in every game that we play because it's a very competitive league. They're a very competitive team, and you have to respect them for that. Мы не говорим о том, что нам надо завершить серию здесь или где-то. Мы говорим о том, что надо, нам надо выиграть еще одну игру. Это было бы недостаточно уважительно к сопернику. У нас очень хороший соперник, и это очень хорошая рабочая лига и очень рабочий соперник.